Ноябрь не прекращает дарить волжанам новые сюрпризы. На этой неделе пройдут интересные концерты, новые фильмы, а также спортивные мероприятия. В кино стартовала премьера фильма «Jesus is King» – 40-минутная короткометражка известного рэпера Кэнни Уэста о выходе его последнего и долгожданного альбома. 14 ноября на экраны выходят «Ангелы Чарли», в главной роли Кристиан Стюарт с ее самоубийственными миссиями, а также «Идеальный пациент» – триллер, основанный на реальных событиях. В субботу, 16 ноября в 9:00 «Фок Авангард» состоится первенство по художественной гимнастике «Волжаночка-2019». В пятницу, 15 ноября, в ДК «Октябрь» состоится музыкальный спектакль «Детективная история» от молодежного театра «Бродвей». И там же, 17 ноября, в 18:00, состоится концерт Александра Маршала. А в ДК «ВГС» 15 ноября, в 18:30, с программой музыки из кино «Романтики Петербурга» выступит Волжский русский народный оркестр. А вы уже выбрали свое событие? Пишите ответы в комментариях. Прекрасной вам недели!